включаешь свет, они прям жужжат. Вот одну комара убила, вот второго комара убила. Гульназ Гимадеева показывает больших комаров на стенах квартиры. По ее словам, обитают они здесь круглый год и не исчезают даже зимой. В результате семье приходится пользоваться специальными средствами для защиты от насекомых. Уже дети мазь купили, всякие эти ставим, чтобы лишь бы не ели. Дети комары. Источник всех бед, по мнению жильцов, находится около дома. На небольшом участке возле теплотрассы расположен канализационный колодец, из которого вытекает мутная вода. Летом же в жаркую погоду неприятный запах разносится по всей округе. Видимо, канализация где-то прорвало, и поэтому такой вот запах прям невыносимый. Ну и дышать невозможно, и дома уже комары, а еще тут на улице снег пока. А летом что будет? Ну здесь у нас давно уже, лет 10 точно, никто ни асфальт еще не ложит, ни еще. Как будто мы забыли про нас. Вы обращались куда-то там? Вообще обращаться они разве не видят? Люди говорят, что все их попытки достучаться до управляющей компании до сих пор ни к чему не привели. Единственное, что сделали коммунальные службы, огородили территорию вокруг канализации. И подвал есть. Сейчас снег растает, у нас подвал будет по столько воды. Крыса даже и крыса есть. У нас любой, какой хотите, заходите. Все есть у нас. Оставлять эту ситуацию без внимания жильцы не собираются. В ближайшее время они намерены оставить заявку в системе «Народный контроль». Андрей Шлюга, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».